Разрешите представиться. Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Гладышев Григорий Валентинович. Работник ДП. Будьте любезны, Вольнова Галина Николаевна. Здесь присутствует? Доброго здоровья. Вот тут у нас возник вопрос по поводу прохождения техосмотра транспортного средства. Вольнов Анатолий Дмитриевич, принадлежит? У вас есть, так, есть у вас такой? Есть такой. Есть. Пройдемте. Пройдем. Подгоните свое транспортное средство. Подгоните свое транспортное средство вот в середину зала. Не нарушаем. Проходим. Проходим. Вот туда, пройдите, пожалуйста. Вот туда, пожалуйста. Проходим. Так, значит, талон прохождения техосмотра транспортного средства. Вольтов Анатолий Дмитриевич. По случаю 70-летия. Владелец. Жена. Вольнова Галина Николаевна? Это я. Хорошо, проверим. Год выпуска. 46-й. Хорошо. Пробег. 70 лет. Хорошо. Грузоподъемность. Нет. Как нет? Все уже. Жена. Сын. Были. Невестка. Внук. Есть такое? Есть. Вот. Не нарушайте. Внешний вид. Красавец. Молодцеватый. Местами. Овальный. Да, да, да. Не лысый. Фары. Один ковид. Не разбиты. Кузов. Пристали. Пристали. Нормальный. Не помятый. Хорошо. Цвет. Кофе с молоком. Сливочным. Так, на крыше проблески серебристого металла. Да. Это кто-то ударил. Да, есть такое, да. Комплектность. Ходовая часть. Задняя подвеска с усиленными амортизаторами. Попрыгали. Есть такое, хорошо. Передняя подвеска. Ага. А тут написано, что включается после полной заправки. После заправки. Вот это мы будем разбираться позже. Залегная горловина. Ой, предки! Горловина в порядке. Пиво, водку, баку. Ой, туда. Лужёная. Понятно? Двигатель. Стучит. Иногда барахлит. Работает ровно. Без посторонних шумов. Добрый, наверное, наполненный любовью. Нет? Ладно, сливная система выполняет две функции. Одну утром. Ой, всегда. Только скажи. А вторую вечером потребуется. Нет? Что так? Чужой двигает. Как так? Там сливает. А я думаю, что владелец самого больного Галина Николаевна должна это контролировать. Хорошо, будем проверять. Выхлопная система исправна? Содержание серого водорода? В пределах? Еще как! Хорошо. Люди пробовали. Ну не допускается заправка двигателя, да? Горючим на основе бобовых культур. Хреновая заправка, хреновая сети. Да, хорошо. Ручной тормоз не проверен. Да. Падает. Владелец к рычагу тормоза никого не допускает, потому и падает. О, как. Аптечка отсутствует из-за ее ненадобности. Что, есть? Вот. О, это нужно. Аптечка. Сопли потеряли. Огнетушитель покупается в ближайшем магазине. Зачем есть свой?
Действительно, что покупать-то? Соль. Сахар, дрожжи и вода. Что покупать? Так, ладно, дальше смотрим. Что там у нас? Заключение. Государственная инспекция безопасности дорожного движения сделала заключение в моем лице. Состояние транспортного средства какое? Отлично. Со слов владельца, в нем еще можно ездить и ездить. Правильно говорит Николай? Я проверю. Можно ездить. Я вам акт отдам. Для надежной работы транспортного средства рекомендуется проводить смазку горловины регулярно, по праздникам, после бани, в дни рождения владельца и так далее. Заправку производить качественным горючим с активным числом 40 градусов. Допускается заправка с меньшим числом, но в больших количествах. Конечно. Любовь и коварство. Да, наоборот. А, коварство. Я все путаюсь. Да. Жена поставила транспортное средство на стоянку, пусть стоит. Стоит. Тяни рычаг ручного тормоза на себя и почаще подлезай под транспортное средство. А я же ей говорю, жена. А мне в глаза говоришь. Любую за тебя. Не разрешается использовать транспортное средство по доверенности. Сказали? Ага. Нас это не касается. Машина любит ласку, чистоту и смазку. Дата проведения следующего просмотра. 2046 год после пробега 100 лет. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. А вы мне про права не спросили. Есть я права или нет? Права должны быть у владельца, а не у транспортного средства. Ну вот смотри, были бы у меня права. Нет, ты бы у меня в тайге елочки порубал. Вот это да, вот это вот. Ой-ой, давай. Что? Так, протокол. Да, протокол. Спасибо. Ну, теперь ты у меня. Встретимся. Елочки будешь рубать у меня.